Под обращением на имя министра обороны подписался и музыкант из всемирно известного хип-хоп-дуэта «Мияги и Эндшпиль» Азамат Кудзаев. Да, я думаю, что не стоит ломать судьбы молодых ребят, и это очень пагубно сказывается на их семьях. Притом один из подсудимых в ходе этого дела уже потерял одного из членов семьи на нервной почве, я думаю, скорее всего, и поэтому не хочется, чтобы все так пагубно закончилось.